Здравствуйте, меня зовут Елена, у меня два сына, Владислав и Максим. Владиславу 9 лет, мы поставили синдром дефицита внимания и гиперактивности. Самое большое, что у него проявляется из этого, это импульсивность. Он никогда никого не слышит. Самое важное, что есть на свете, только его желание, только он сам. Доставляет на самом деле очень много проблем. Каждый день почти что я слышу, что у вас невоспитанный мальчик. У вас невоспитанный мальчик. Это преподаватель. Но когда мы едем в лифте, поднимаемся домой, если входят незнакомые люди, они говорят, какой у вас воспитанный ребенок. Парадокс. Но это есть. Это старший ребенок, любимый, замечательный сын. Младшему ребенку будет Максим. Максимус. Максимально все должно быть по-мужски. Ну вот и по-мужски. Он нас не видит, не замечает, не отзывается на имя, не разговаривает. Ему 2 года и 1 месяц. Вот. Когда ему что-то не нравится или что-то очень нравится, он ходит на носочках, машет ручками. Диагноз у нас психиатрами не поставлен, но поставлен он будет к 5 годам. Ждать до 5 лет чего-то не представляется возможности. Поэтому я здесь. Мне очень хочется быть в вашей команде. Спасибо.